Гульмира Загидулина с семьей решила переехать из города в свой дом в село Ивановка. Покупка желанная. Одним из первых удобств стал новый интернет. Думать над провайдером долго не пришлось. Уфанет, как бы мы и знали и раньше о его существовании, но так как мы переехали сюда в Ивановку совсем недавно, вот реклама была в Ивановке, но мы решили воспользоваться этой услугой. Мы подключили себе одну камеру на дом и две приставки на телевидение и интернет. Услугами компании в семье довольны. Интернетом пользуются все, но больше дети. Это и для обучения, да и поиграть им хочется. Несмотря на то, что в селе Ивановка Уфанет только появился, жители уже знают о компании и подумывают о подключении. Причины разные. Кому-то нравится сервис, кому-то хочется сменить провайдера. Ну, потому что у нас интернет работает здесь всегда с перебоями. Компания Уфанет, ну, которая занимается телевидением и интернетом, я так понимаю, да? Ну, да. Наслышано. Ну, вообще, отзывы о нем хорошие, об Уфанете. Ну, у нас и внуки, и сами хотим, и там разные передачи, даже казахские, можно подключились там все. Да, в принципе, меня устраивает все. И интернет, и телевидение. А так люди как бы хотят интернет, потому что очень много молодых семей, дети, которые учатся в школу, которым нужен интернет. Объявить о себе в селе Ивановка Уфанет решил с помощью акции «Посигналь». Таким образом, компания решила подарить жителям села немного хорошего настроения. Так что, если увидите радостных людей в оранжевой форме, значит, Уфанет уже в вашем районе. Роман Ланцев, Елена Кудаева, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.